На полях сошел снег, уже во многих местах вскрылась река. И клещи уже вылезли из своих укрытий, притаившись на пригорке возле дорог в ожидании легкой добычи. Клещ, чтобы впиться, поднимается в основном снизу по ногам. Причем, впрыскивая обезболивающую жидкость, делают укус незаметным. От укуса клеща больше всего страдает часть населения, незащищенная прививками. В прошлом году от заболевания клещевым энцефалитом на территории области погибли 7 человек. Больше всего от укусов клещей страдают люди в коллективных садах. Зауралье – одно из тех мест, где их концентрация достигает высшего предела. Обезопасить себя можно, договорившись с соседями о коллективной обработке садовых участков. Чтобы обработать 1 гектар площади, нужно будет заплатить 5000 рублей. Многие находят оправдание избежать прививок по причине того, что не ходят в лес. Но клещи хорошо адаптировались в городе. Есть случаи, когда клеща приносили после прогулки по городской площади. То есть прививки против клещевого энцефалита показаны всему населению. То есть всех ждем, всех приглашаем прививаться. То есть они действительно эффективные. Таким образом, мы все относимся в одинаковой степени к группе риска. Те, кто имеет детей, которым исполнилось 15 месяцев и 7 лет, поспешите. Для них прививка будет бесплатной. 2500 бесплатных доз выделено и для пенсионеров старше 60 лет. Вас, уважаемые жители, как, впрочем, и всех остальных, кто не хочет стать жертвой клеща, ждут в прививочном кабинете.